Мюнхенской Баварии будет вводить мяч из зала. Алаба. Тут Давида Алабу прессингуют. Ему нужно сыграть надежно. Стоит отметить четкие действия игрока, вернувшего мяч своей команде. Левандовский. Серж Гнабри. Робер! Важный гол для них. Еще больше он приблизил клуб к плей-офф. Теперь только они сами могут помешать себе выйти из группы. Да, теперь команда должна просто продолжить играть свою игру и спокойно довести дело до конца. И повтор гола нам показывает. До мяча дотянулся в этом моменте голкипер, но не хватило этого, чтобы спасти свою команду от гола. А вот еще один повтор, на этот раз с другого ракурса. Бавария вышла вперед, игра возобновилась.